Астропрогноз с 5 по 11 октября. На этой неделе Солнце находится в знаке Весов. А это означает то, что можно будет ходить куда-то в кино, театры, музеи, ну, то есть посещать всякие выставки. Тем более Венера пару дней как вошла в знак Девы, и особенно актуальна будет, скажем, тема здорового и полезного питания. Можно даже потом найти как-то время и сесть на диету. Особенно актуально это будет для девушек. В этот вторник особенно благоприятный будет день для решения вопросов, где потребуются все ваши дипломатические способности. Особенно если вы можете держать свои эмоции под контролем. На этой неделе у нас идет убывающая Луна. Это означает, что эта неделя хорошая для завершения дел. Однако дела лучше завершить до четверга, потому что во второй половине недели Марс будет в таком положении, который, скажем, потребуется гораздо больше усилий и энергии для того, чтобы решить какие-либо задуманные дела. И теперь о Луне без курса. Напомню, что Луна без курса – это такое время, когда лучше не начинать никаких либо важных дел, которые важны для вас и особенно актуальны. То есть лучше заниматься обычными повседневными делами. Итак, на этой неделе Луна без курса будет в четверг до обеда, практически до вечера, и суббота вечер. В это время лучше занимайтесь своими обычными делами, не начинайте ничего важного и нового. И на этой неделе для гродненцев актуальным будет навестить своих родителей, а также посетить своих друзей и родственников. Поэтому можете смело чаще ходить в гости. Овен. Впереди неделя активных действий, на которые вы должны проявить находчивость и смелость. Телец. Хорошее время для поиска новых друзей и улучшения личной жизни. Близнецы. Не стоит цепляться за прошлое. Ищите новое применение своим способностям. Рак. На этой неделе вы станете воплощением общительности и обаяния. Лев. У вас появится реальная возможность для творческого и профессионального роста. Дева. Не перегружайте себя сверхурочной работой. Ваше рвение никто не оценит. Весы. Не стоит увеличивать рабочую нагрузку на этой неделе. Лучше займитесь собой. Скорпион. Помогая другим людям, вы поймете, как лучше справиться со своими делами. Стрелец. Не стоит планировать что-либо серьезное. Позвольте себе немного расслабиться. Козерог. Прежде чем составлять план действий, стоит проверить надежность партнеров. Водолей. Цените свое время и не бросайте слова на ветер. Рыбы. Многие домашние неприятности останутся позади. На этой неделе вы вздохнете с облегчением.